5 число мая собрались прокатиться.
объедем на ту поляну там, да? Ну там, через этот. А на ту поляну? Вон туда. А куда ты не объедешь? Как не объедешь? Что-то по вас тут там. Что, не объезжали? Не объезжали? Нет. Вот там вот. Да не сюда, но туда вообще, а именно на эту сторону. Не разговаривай? Поехали. Долго будем разговаривать.
лето, когда дождь пройдет, народ приезжает на легковых машинах, выехать не могут. Берег да почему на ту вон туда вот ну туда. Нет, ты показывал ну, Лёх, ну просто что образно что ты здесь тогда летом здесь вообще метра три не было но метра три не было я тогда говорю летом приезжал а грязная да вода еще ты где там нырялка да Лёх там Вы от ключей обрабатывались, нет? Надо? Пока не надо. Как понять, пока? Пока едем, здесь? Остановимся. Где есть? А ты что, здесь не остановился? Здесь нет травы. Водички попили. Здесь, да? Что тут? Да. Ну ныряй. Ныряй. Там глубоко, да? Да. А вон доска. Солдатиком? Вот так хочешь. Глубоко, да, здесь, да? Да. До дна доставал? Так, вон там киселевская была раньше, старая водокачка, вот так вот прямо. Доску видишь? Вот доска, вот. Доску видишь? Нет. Семьдесят бутылок. Ну, кошмар. Вон там вылазишь, туда плывешь. Пойдет. Там попробуй спуститься и туда подняться. Ну там рыбаки смотри, да? Да, 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 да. Палатка, да? Палатка вон. Ну там машина, а вот здесь лодка. Машина и палатка. Черная машина и серая палатка. Видишь? А, вот там, видишь, там? Да. Черная машина. Так.
Ну, кстати, тайга такая, она вся в клещах. Где-то есть районы мало, в нашей тайге их полно. Ну сейчас все нужно центральную выезжать. Нет, мы вниз поедем. А? Вот так вниз. Не проедем мы здесь. Почему? Вон дорога. Нет, ну сейчас вот так же ехать. Вверх и вниз. Вот там она, видишь, дорога, если видно ее. Видно вот. По дороге ехал, как немножко прохладно, сейчас жарко. Жарко. Еще температура. Еще парит. Поднимается. Парит еще. Летом так не рискнешь ехать. Тут трава выше головы. Сколько машин людей поукатилось вот так вот. Оставляют на склоне. Тронуться не может. Или там с ручника снимут нечаянно.
были, вышка вон она, вот впереди. Не упадет. Кирпич поставлю. На кирпич. Да я сейчас это, я разверну. А купаться куда ходите? Вот дорога. Где? Вот. Тропинка. Ну что, народу много здесь бывает? Да нет, дорога плохая, друзья. Ну, видишь, как вечерком, да, посидеть. А стол кто был, да? Наверное, место сделали. Вид шикарный здесь. Ну да, так. Интересно. И чисто здесь всегда. Там хорошее место, да, купаться? Здесь тепло отсюда. Там глубоко. Там, да? Можно. Дорога плохая, поэтому здесь так хорошо. Да, ну может быть. Объедем. А здесь есть проезд, но я только не знаю, сейчас он затопленный, наверное. Да, посмотрим. Не, это летом вот здесь проезд. Мы с тобой сюда приезжали, вот на том. С той стороны. Да, да, да.
дровище. Одно на одном, да? Вот каждый надо, чтобы... Что за... Много, обработки много, а народ не смотрит.
здесь ночевали. Прикольно. Thank you.
собак. Злые черти. Поехали вот там. Полезли.
Да вон дорога, поехали на дорогу. Проволоку сейчас зацепил, шестерка вот такая там. Да. Я еще думаю, ничего там не оторвался. Вот
здесь место, ничего, да, если с ночевкой приехать, да, в принципе, там, берег. Вот дорога. Вот дорога какая. Ну да, да, да. Вот на знаке свернуть. Поехали, она сейчас все равно на берег выйдет. Поедем через, поехали через дамбу, уедем.
поедем? Почему? Далеко, блядь. А вот, вот, за горку хотят. Ну давай, попробуй. Ну давай, попробуй.
здесь забрызгаю. Не свались отсюда! Не свались! Череп!
А там некуда вам ехать, дороги нету. Дороги нет? Не, нету. А там... Не, а там некуда, мы летом туда ездили, нету там вообще ничего. А потом вернемся сейчас туда. Да она закончится, мы же с тобой ездили туда. Мы же ездили, там нет дороги дальше. Ну они вот на берег выезжают и все, Лёх. Течение хорошее, видно по этим веткам. Чуть грязная такая. А вот здесь летом скалу видно. Батарейку поменяю. Да, да, да. Не хорошо. Да, вон по цикле сзади не хватает, да? Да, да. Че, голосуем, куда едем? Да куда поехали, была, че голосовать? Катай, да я видел тоже. Да она вот на корень попала и все. А за колесо, нет, за колесо. Не. Вот так. Ну, в сторонку сейчас. Ну, конечно. О, все. Все. Бензин кончился. Корень встал. А! А меня мотануло хорошо. Да? Да? И там так скользко. Thank you.
А как подниматься-то будем? А? Как подниматься-то будем? Не, ничего такого не видно. Там дорога на выезд вверх пойдет, видел? А зачем тогда они здесь рвутся? Не знаю, сейчас поедем, посмотрим. Ну вот, я идти про что и говорю, что... А может, покатушки какие-то? Ну, поехали что. Подрасковать надо было. Да, да.
тут, смотри, что тут было. Ураган. Что себе все осины пообломало. Тащить только единственное, да? Чтоб не лезть в эту чачу. Лёха, Лёх! Лёх! Давай растащим вот эту всё. А?
выключенная вся. Ну, кругом объехали там, точно. Слышь? Так ступи. Я ж тебе говорю, что не тупи. Тупи, тупи. Ну, мы не были там. Вот, нет, где-то сейчас к воде спускался, мы только с этой стороны подъезжали туда. А там, видишь, как-то дорога, ну, ездит. Да, так, поджиповать народ, да, видать, тоже. Ну, видно, свежак. Ну, свежак. Пилили-то свежее тоже. Здесь-то мы были. И, видать, знаешь, что пили? Или на квадроцикл, или еще что-то, потому что, ну, узкие проезды. Да она не упавшая была. А зачем она пилили? Не упавшая, зачем пилили-то? Выворотень. Лежал. Они отпилили, он корень встал на место. Да, да ну, там земля целая. Друг. Нет, я поехал, посмотрел, да-да-да. Один-то лежит выворотнем, ну как в сторону, да, туда. А у этого видно, что он задирался, короче, как вырванное. Воды вообще, глина, да? Ну, грязь вообще сплошная. А чё она такая грязь, не пойму, да? Ну, берега-то глинистые. Блин, чё, она не отстаивается вообще, что ли? Блин, она спадать начала. Вот это может быть. Да я говорю, такое впечатление, снег только-только сошел, да? Там вот по дороге. Поехали! Поехали! Сколько времени? А что это? Время сейчас, знаешь. Время! Три часа ровно. Сколько? Три! Еще ехать? Ну, еще в одно место. Мы сейчас туда поедем, может мы выйдем куда? Не выйдем. Нет, никуда. Здесь не выйдем, здесь точно тупик. Нам только в то горло уезжать сейчас. Попробуем сейчас выйдем на поле, посмотрим. Нет, да Лех, не выйдем. Поехали назад сейчас, пока по той грязи, еще время у нас это. Поехали назад, то правда. На том там берегу. Сосняк, еще мы есть. Почему? Это на том берегу. Нет. Что там, вода думаешь? Конечно, мы же подъезжали. Да, доедем. Ну давай, вот так давай. Прямо, доедем до воды и назад. И там проехать можно.
показать залив? Ну, залив. О, снежок. Дай мне снежок один. Ну, здесь чище, да? А? Чище здесь. Ну? А там видел, как ураган прошел в эти, да? Да, у меня там ветровал был. Ну это вот, ноябрьский, наверное, который. Полные глаза мусора какого-то. Видим, да? Да. Это. Странно, поля нежженные, да? Обычно тебе все косогоры же прям выжжены. Ну ты думаешь, что мы их просто специально не били, да? Да, конечно. Это тот же выпьют и кидают по сторонам, что ли? Так, это же так выглядит вот здесь еще.
что вы? Воды потом. Воды, да. Доставай, у меня открытая бутылка сзади. У меня еще маленькая там с собой. Ну еще поскакали, да? Да. Ну вот сало жопе, блядь. Не матерись. Ты мне назад сунь. Мне пустой кидай. Давай. Ну, а ты закрыл мне этот рюкзак? Нет. Сейчас закрою. Не выбросай. Машина уехала, да? Ага. Что, как поедем? А как так? Так, а, по щебенке. По щебенке там. Надо, короче, после дождика тебя кота. Что надо? После дождика. Надо нам эти сабурации настроить. Да. Это есть это. Спите вырезать это. Что-то я опять камеру не взял, надо вообще тоже камеру. Несколько мест таких прикольных там, да, есть. А? Несколько мест прикольных есть там такие.
да. Шпон потом прохилил. Пока ставим. Так а ты же вроде у Коли проверял. А я вижу, без насадки же. Я подачу ее. Просто шланг. Ты уже катался или только пригнал ее? Не работает же. Ой, ёлки, помпа не работает. Смотрите, тягно. А там неправильно. Собрал. Сделал же? Нет. Только разбирай. Ты ухуй сломаешься. Брать. Ну здорово. Здрасте. Привет. Юный моряк. Привет. Ну поздоровайся, что ты. Юный моряк. Привет. Решил прокатиться, да, и все. Да. А что это струбцин у тебя? Что такое поджатый? Это что? А, это вот. Ладно. Да. Давай иди бури, давай. Сегодня нельзя, Сашик сказал, бури. Да.
Не засекал, сколько проехали? 81, но, блядь, все равно.